Считается, что именно сегодня в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. День рождения Деда Мороза начали отмечать с 2005 года. Тогда и были официально установлены именины доброго волшебника. Сколько лет ему исполнилось, остается загадкой. В честь праздника открыли особый почтовый ящик, куда все желающие смогут опустить письма не только с просьбами, но и с теплыми словами в адрес виновника торжества. Свои послания дедушке могут отправить и берчане. Кстати, современный Дед Мороз шагает в ногу со временем, поэтому поздравления принимают и по электронной почте, и в социальных сетях. В интернете можно увидеть обращение именинника и зажжение огней на первой новогодней елке России. День рождения Деда Мороза – это еще и напоминание о приближающемся Новом годе. А значит, пора садиться за письма с просьбой о подарках.